Как бороться с троллями и как защитить себя в интернете, ульяновские пиарщики отметили профессиональный праздник. В конце прошлой недели в Ульяновске прошел 12-й региональный пиар-саммит, летняя академия для специалистов по связям с общественностью. По традиции форум был посвящен профессиональному празднику пиарщиков, который отметили 28 июля. В этот раз пиарщики встретились в Ульяновском педуниверситете. В этом году он получил свое закономерное второе название – летняя академия для специалистов по связям с общественностью Ульяновской области. То есть это такая уникальная обучающая такая площадка, диалоговая площадка. То есть вот мы используем площадку пиар-саммита для обмена опытом с участием экспертов, самых авторитетных экспертов из Москвы. Тема сегодняшнего форума – современные подходы к антикризисному пиару. Руководители пресс-служб и специалисты по связям с общественностью территориальных управлений федеральных органов власти, региональных ведомств, предприятий и организаций на саммите были все. Разобраться в тонкостях заявленной темы ульяновцам помог руководитель московского издательского дома «Имидж Медиа» Тимур Асланов, который провел обучающий семинар, попутно узнав много нового для себя. Мне всегда интересно, что происходит в каждом конкретном городе, чем занимаются пиарщики, чем они дышат. А сегодня на саммите я буду проводить мастер-класс по антикризисному пиару. Буду рассказывать о том, как защищать репутацию в интернете, как бороться с троллями, как бороться с негативными отзывами, как на них правильно отвечать, как реагировать. Ответов на обозначенные вопросы пиарщики ждали с нетерпением, ведь любая пиар-служба в некотором смысле сродни службе безопасности. Защитить репутацию, правильно ее сформировать в виртуальном пространстве – задача нелегкая. Заслуги региональных специалистов по связям с общественностью не остались незамеченными. Самые умелые и любящие свою работу удостоились наград. Я очень люблю свою работу, уже здесь 3 года, и считаю, что именно, скажем так, специфика нашего ведомства заключается в переработках, каких-то вот, скажем так, сверхурочных делах. Но несмотря на это, скажем так, продукт, который мы даем зрителю, я думаю, получает высокую оценку как на региональном уровне, так и на федеральном. Работой с саммита, лекциями, наградами, общением остались довольны все. Прием, который организовал педуниверситет для гостей мероприятия, порадовал даже искушенных. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.